Tehát... Шайба. Здравствуйте. Да. Написали ему каждый карман по бумажке, типа Юра Бахарев и там мама Таня, номер телефона, папа Коль, номер телефона, адрес. А. Надеюсь, что излишнее, конечно. Буду так. Так что вы успеете покрутиться и полететь в космос, да. Че, вставайте, я вас. Да мы же все сфоткаемся, не переживай. Все сможем. Привет. Привет. Мы сейчас идем в классный Дисней. Там есть 3 этажа. Да. Собачка. Ага, называется шпиц.
пожалуйста, вот так вот убери и вот так вот поверни. Снимай нас, вообще-то мы тут тебе тут улыбаемся, следует. Да-да. Вообще-то вот. Улыбайся. Нравится так. Тебе, да, в Москве? Мы там выходить, наверное, не будем, просто прокрутимся. Туда я еду? Не, если прокрутиться, то я за, да. Если не... Здравствуйте, что вы здесь делаете? Расскажите. А я тут фоткаю Танкинскую телебашню, понимаете ли, вот, да? Фоткала из люка вот той машины, но получилось плохо, потому что знак. Решила вот. Понятно. Залезать. Залезай. Здравствуйте. Сам. Я хотела его сфоткать. А вылези там, еще. Выгляни еще, Ирашек. Вылези еще. Солнце. Солнце мое. Выгляни в окошко. Там тебе дорожка. Так, небольшая зарисовочка. У нас сейчас где-то час перед отъездом. Это город Москва, съемная хата. И мы вот тут после 3 дней жилья, житья-бытия, собираемся. Таня, машите ручкой. Здравствуйте. Вот такая у нас была хатенка. Вот там вот вход. Вот здесь чуванчик. Вон там шкаф у нас. Вот здесь комната. Прокуренный балкон, спальня. А еще кухня. И кухня там. Помаши ручкой, Юра. Привет! 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 Можешь, пожалуйста, снять на мой телефон? Я маме обещала, что я... Александр, здравствуйте. Привет. У нас тут кухня. Приехал черный. Черный чебурек приехал там. Окей, ну. Вот, собственно, как-то так. Пожитки собираем. Скоро будем эвакуироваться. Все. Я даже себе. Так, Илюша, здравствуйте. Да. Так, дядя Саша, здравствуйте. Юра, здравствуйте. Так, там Татьяна Викторовна, здравствуйте. Ага, понятно. Так, это, короче, мы уезжаем. Сейчас выехали из хаты, едем на вокзальчик. Да не важно. Да, масло закончилось, сметана. Да нет, на самом деле, там уровень есть, просто давление. Давление масла. Просто давления нет. Масло-то есть, просто давления нет. Ну это странно, потому что обычно это видео. Вокзал был, да? Да, я прошу. Если он стоит, то он может вообще-то. Ну что, ты это задним давай. Все, капец. Юра! Ёшкин кот! Москва чистая? Ага, Москва чистая. А ты чего? Ого, да. Что там? Жестко. Что это такое? Там есть лучше, чем в каком-то... По-другому человек просто. Человек один только. И там есть рядышком так. Одно сиденье. Удивительно. Рядышком. Вот так вот одно сиденье. Мне кажется, это доработка явно не заводская. Какая? Ну, это тоже какое-то совместное Siemens туда-сюда, наверное, какой-то вагон. И вот это явно такое что-то. Шторка, в смысле? Да. Аэродинамическая поверхность. Она в другую сторону, причем как-то, да? Она вроде не так важна. Или она захватывает воздух, типа? Туда-сюда ездит. У него шпиль, это не то. Короче, мы заселились в поезд. Мы еще не заселились.
поселились, мы все здесь простояли. Ты не замерз? Пуп. Или уже замерз? Наверное, уже пойдем, ребят. Может, там давайте. Сядем еще? Давайте там давайте. Еще. Да, там сейчас, может, тут еще сядет знак к вам купе. Ну вот когда сядут, тогда и сядут, тогда я и пойду. А так давайте. Ну давайте.